Смотрите, когда мы с вами используем мужской половой орган, он изнашивается, он истончается. Это физиология, против нее ну никак не попрешь. И попался мне один раз умник один, хитрец. Смотрю, у него там все тонкое, хлюпкое, уже поношенное миллион раз. Я ему говорю, чувак, я с шалавами. Нет. Знаете, что мне говорит? Нет, это у меня от природы так. От какой природы? Ты из меня чё, оленя, дуру делаешь? От природы. Видно, что тебя уже по кругу 1000 раз пустили. Ты как ластик стерся. Вообще, я в шоке. Девочки, когда видите такое, пожалуйста, цените себя. Вот будьте немного побрезгливее, да? Потому что, ну, только вот если не тронутый такой добротный, нормальный причиндал, тогда да. А другое в кассу не принимаем. Другой в кассу не принимаем. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Всех вас очень рад приветствовать с этой чаечкой у нас, так скажем, на канале. У нас здесь вот с ней состоялся такой творческий диспут, блин, на тему половых изношенных органов. Ребята, я понимаю, что это зеркалка в плане того, что когда у женщин колодец, так скажем, изнашивается там после энного количества половых партнеров, да, и это типа зеркалочка. Ребята, ну, конечно, есть даже такое понятие, типа, стерся, да, не стерся, типа, когда человек худой, ну, пацан, да, там, мужчина такой худощавый, да, ему говорят, типа, стерся. Ну, как это может отразиться на половом органе, я не знаю, ребята. Он говорит, худощавый такой, тонкий, это какой же кошмар. Ребята, вы мне вот скажите, сколько нужно было ей пройти, этой чаечке, корректно выразимся, органов, чтобы понять, да, что вот это такой вот нормальный, да, а этот стертый, как бы, ну, должно быть же как быть какое-то различие, да? Ой, ребята, вот эти вот зеркалки, конечно, которые они записывают, они иногда, подчеркиваю, бывают так, знаете, даже в тему, как бы, ну, такая, типа, как ответочка. А бывают вот как подобные, ну, такие нелепые просто. Член, я извиняюсь, да, стал тонкий от секса. Вы такое вообще хоть слышали, хоть где-нибудь в интернете читали? Ой, абсурд, ребята.